В ДТП в Энгельсе пострадали несколько человек. Авария произошла на кольце у памятника быку. Предположительно, водитель ВАЗ-2115 поворачивал налево. В это время сверху двигался БМВ и, нарушив правила, не остановился на кольце. В результате иномарка столкнулась с отечественным автомобилем, у которого от удара смяло всю переднюю часть. По словам работавших на месте сотрудников ДПС, никто не погиб, но всех участников аварии госпитализировали в больницу с травмами.